мы подъехали на рынок 7-й километр. Сразу билборды с распродажей, въезд в рынок. Сейчас скажу цены за парковочку. Так, здесь написано часы работы 7-го километра. Вот все дни до 15:00 с 6:00 утра, кроме пятницы, ну и суббота-воскресенье с 6:00 до 4:00. Ну и здесь стоимость парковки, легковой автомобиль, легковой с прицепом, ну и так далее, микроавтобус. И дальше вы можете все прочитать. Все, заезжаем. Приветствую вас, друзья. Я уже на рынке 7-й километр. Сегодня с утра жара, я запаслась водичкой и иду гулять по этому прекрасному рынку. Ну, первое, что встречает, это грузинский хлеб. Вот такая вот дудочка. Пахнет. Ну, а мы идем в рынок. Саш, тут уже все открыто. Много всего интересного. Здесь все вместе в этом ряду. И игрушки, и сумки, и белье. В общем, все, что хотите. Одесские котики тоже здесь. Камуфляжные продаются. Сумочки, рюкзачки. А, он покупает, ребята, что-то. Люди уже с сумками полными идут. Много детского. Купальнички. Купальников очень много. И на распродаже. И такие. А почем купальнички, которые на распродаже? Почем эти купальнички? 350 гривен. А вот такие? 750. Ага. А кепки, шляпы. А почем шляпы тут? Какие цены? Разные цены, да? Так, шляпы, кепочки. Вот такая почем? Вот такая белая? 350 гривен вот такая шляпа. А вот эти, ой, здесь такие Balenciaga, Dior. Эти почем? 450. 450. Разный большой выбор кепочек. И вот такие панамочки. А почем панамы? Панамы 250. Ага, 250 и выше. Детские и для подростков. И вот такие кепочки для мальчиков. 300 гривен. Женское белье, пеньюары, футболочки. В общем, все открыто. Покупателей мало, людей еще мало. Они, наверное, попозже будут. А здесь, в этом ряду, посмотрите, что сделали от солнца, накрыли. И здесь очень комфортно гулять, свежо, солнце не печет. Вот такая красота, так что приходите, жарко не будет. Такие красивые костюмы, пиджачки оригинальные. Расцветки такие. А вот стойка по 100 гривен, но без примерки. Футболочки. Любой цвет. Так, а здесь костюмчик. Это костюмчики льняные, да? 850 гривен. Кофточка с юбочкой. А это такие стрейчевые. Кофточки по 400 гривен. Ну и много очень интересного.
А вот такое вот платье почем? Такое белое, красивое. $65. И сарафанчики какие красивые. Оригинальные. Угу. Здесь хороший контейнер. Это у нас какая? Зеленая улица, да? Это розовая. Розовая. 1405 номер. Вот много интересного. Спасибо. Так, костюмчик такой. Сколько такой голубой костюм? 1500 гривен. Оригинальный костюмчик. Ох, какое платьюшко. Сколько такое платьюшко? Вот это беленькое. Беленькое 850. Так, кофе, чай здесь. Так, очень много таких нарядов. Ох, какой красивый наряд. Сколько такой наряд? Комбинезон 1700. Это комбинезон, да? 1800? 700. 1700. Ой, а это сарафан красивый тоже. Платье. Платье. Недорого. Сколько? 1200. И такая ткань, это как атласная, шелк. Шелк. Это хорошего качества шелк. Есть в черном цвете матовый. А, еще и в черном цвете матовый. И матовый. Ага. Ой, а тут какой красивый наряд белый. Почем такой? Это тоже комбинезон, это 1850. Он и белый, и красный есть, да? Черный с красным. Красная, черный, ага. Чисто черный в размере L. И чисто черный, да, очень оригинальненький такой комбинезончики. Так, очень много джинсовых вещей, а тут еще топики. А почем топики? На обзык? Нет, в розницу. 300 гривен такие топы, разные расцветочки, красиво тут с такой перемычкой, это на розовой. А здесь охрана какая, с ошейником, красавчик. Так. Футболочки, распродажа по 100 гривен. Вы хотели огурчики? Я тоже хочу. Платье. Платье. Ну, кофе, чай на каждом шагу. Джинсовый контейнер. Почем такие шортики? На опт. Нет, в розницу. В розницу. 600 гривен. 600 гривен для молодежи. Оригинальных много вариантов разных. Ах, какие красивые. И номер контейнера 2297. Это уже серая улица. Все покрыто сеткой от солнца, да, чтобы не жарко было. Так что очень даже комфортно здесь. Так. Ну и, конечно же, купальники. Купальники, большой выбор. Оптовики здесь даже есть. Много обуви. Это мужская обувь в контейнере. Вся мужская обувь есть. И распродажа, такие оригинальные шлепки. Ну и, конечно, кроссовок, большой выбор. Купальников много. Много-много. Да, много-много. Могу дать с визиточкой. Да. А вы нам расскажите, какие цены плюс-минус в розницу? Вот, вот, так, вот такие вообще? Вот такие вообще модельки, по какой цене? Какие? И цена вот этих вот купальничков в розницу? 750. 750. 800, 1000, 1200. Ага, то есть разные цены. И, конечно, большой выбор купальников. Тут еще и детские у вас есть, да? Нет, подросток. Товарищ, подросток, подросток. Молодежь. Молодежка, подросток. Скидка есть у нас. И скидочка даже есть. Модели. А, вот есть прошлогодние моделечки. 250 гривен. Целый ряд. Вот такие красивые, красочные, яркие, молодежные. Вот такая красота. Контейнер. Контейнер 2283. Это у нас серая улица. Да. Удачи вам. Спасибо.
Расчесочки интересные. Да, пожалуйста. Да. Хорошие. Почем вот такие расчесочки? Горголовские. Да. Там от 300 гривен, зависимо от размера. Ага, от 300 гривен. Польская фирма, да. А кому там, на Европу? Угу. Ну да. Много тут разных, оригинальные. Если знаете эту продукцию, то это хорошая. Хорошее качество. Ага. Вот так. Это у нас какая улица? Абрикосовая, да? Абрикосовая, 5520, номер контейнера. Большой выбор расчесок. Ну и здесь футболки, сумочки, кстати, классные. Очень много сумочек. Сумочки всевозможные под бренды. Guess, Louis Vuitton. Разные. Ой, сколько много интересных сумочек. Гуччи. Почем такая сумочка? Разные, что разные? Разные, да. Ага. И большие. 2000, есть 3000. Ага. Ну, оригинальные у вас сумочки. Так. Вот красивая тоже сумка. Ну и, конечно, вот такие. А рюкзачки у вас есть? Да, есть. А, вот рюкзачки тоже. Оригинальные тоже рюкзачки. А вот какая красивая сумочка. Просто такая необычная. Dior. Угу. Почем такая сумочка? 2500. Но она очень необычная, очень оригинальная. Угу. Так. Шортики летние, морские. Почем такие? Есть морские, есть такие. Разные, да? Эти морская разные, тематика. Почем вот такие для пляжа? Нет, цена просто скажите. 400 гривен вот такие. Турция, так что... Турция, да. Это у нас улица Абрикосовая. 3316. Третий пролет. Так что да, приходите. Начали. Приходите. Шорты большой выбор и футболки, да? Угу. Так, ну и... Много всего интересного. Ой, а вот какая блузочка. На завязочке. Сколько такая? А, это костюмчик, да? 1250. Костюмчик с шортами. И в черном цвете, и в зелененьком. А вот это сиреневый тоже. Типа того, то 950. Ага. Людей не сильно много. Многие, наверное, боятся жары, но, как вы видите, на всех улицах все закрыто от солнца, так что здесь свежо и комфортно. И, конечно, напитки, и холодные, и горячие напитки. На каждом квартале идешь, и, пожалуйста, все можно тут и охладиться, и... В общем, вот такая обстановочка сегодня. Люди есть, но не так много. Толпы нет, свободно. Вот тут даже есть супер баталы. Батальные большие размеры даже есть. Платье для женщин. Купальничек парео. Здесь очень много вот таких вот туник парео. Почем такие туники? Первая 750. 750. А вот парео, который на манекене? 950. 950. Оно такое даже с блесточками. Оно только в черном цвете? Ага. Ну, очень такое красивое. Это костюмчики, да? Вот это вот кофточка с шортиком. Можно отдельно, да? Ага. И почем? Какая цена? Девушка, 350. Короткие шорты, длинненькие 450, да? А футболка 350. И много цветов, цветовая гамма вот такая очень симпатичная. Вот такие расцветочки. Ох, какие шлюпочки, на какой платформочке. Почем такие? Эти 2850. Ну, такие.
Ну, такие приятные по качеству. А тут еще много есть оригинальных. Ну как? Такие. Мне нравится. Ну, а, вон девушка даже меряет. Можно, да, посмотреть? О, смотрится классно, супер. Красиво. Это вот такие вот с ушками. Оригинальные. Скотч недорого, скотч. Скотч. Скотч недорого, скотч. В конце пустые ряды. Очень много контейнеров убрали. С началом войны, конечно, многие люди не способны платить. Поэтому, видите, площадка пустая. Ну, а мы возвращаемся по улице Бежевой. Распродажа обуви. А почем такие шлепки вот распродажные? Смотрите, кожаные 450-650, смотря там какие. Ага, натуральной кожи. Да, это именно Харьков, натуралка. Ага. Есть вьетнамки 100 гривен, резиновые 350. И вот новый завоз. Сандалии, съемные сандалии, тапки мягкие, ага. Жесткие, смотря какие вам надо. Это новый завод, новое поступление. Почем они? 900-1100 сейчас, смотря ага. Какие. Вот такие дизель. И вообще оригинальная кожа, натуральная, классная, да? Кожа. Ага, угу. Так что и кроссовочек много, конечно, разных. Многие люди уже идут с сумками. Что-то купили, отоварились. Ой, какие халатики. Такие приятные на вид и на ощупь. Почем такие халатики? А, там в контейнере кто-то. Так, ну, идем тогда дальше. Цены нет, а здесь футболки от L до 3X, 330 гривен, маечки распродажа, ну а здесь женская обувь. 810. Тоже интересные шлепочки, босоножки, футболочки. А почем такая футболочка? 800. 800. Такое красивое сочетание. Ярко, сочно-зеленый с белым. Угу. А шортики такие джинсовые? 1200. 1200. Сумочки. А почем такие бананки? Это 850. 850. Это непромокаемые. Непромокаемые такие. Да, 850. Это 950. Это тоже 850. Угу. Большой выбор сумочек. Это у нас что, бежевая? Бежевая. 32-21. Угу. Да, и маленькие сумочки. Такие красивые модельки. А вот такая вот белая почем? 550. 550. А тут еще такие пастельных тонов. 490. Угу. Такие модели. Модели. Носочки. Огромный выбор. Носочки подходим. Носочки. Огромный выбор. И детские, и взрослые, и тут следочки, да? Все есть. Есть все. Все. Ага. И... трусики есть, маечки есть. Андрей мне. Угу. Да, вот такой вот здесь выбор. Сколько такой сарафанчик в платье? 120 долларов. Такая жаточка. А это вверху хэбэшечка, да? И черное есть еще такое, оригинальное. О, освежают, чтобы было свежо, хорошо дышалось, да? Чтобы пыли не было, чтобы не дышали пылью здесь, чтобы солнце не пекло. В общем, все удобства. Главное, чтобы покупатели приходили, да? Да, шезлонгов, чтобы только здесь можно было позагорать, полежать, да?
Ах, какие платья. Да, так что у нас вот так вот. Шортики, футболочки. Здесь тоже футболки и шорты. Здесь мужское все. Они вообще такие продуваемые. А есть вот тоненькие. Конечно, очки. Очки здесь красивые такие. А ты возьми еще раз поменять. А по какой цене вот такие? Вот эти. Одни вам нужны? Да, да, да. 300 гривен. 300 гривен. Знаешь, вот такие я... тут разные расцветочки. Ты если хочешь, возьми жителю дам вот эту и вот эту серенькую. Вот эту серенькую. Ты так гонять, знаешь. Они разные. Они разные. Эти настолько удобно сели, как бы эти вот по сравнению с этими сели не так удобно. На щечке, да? Это у нас что? Бежевая 21-31. Здесь очки очень оригинальные, большой выбор. Так, чтобы у тебя бровки были закрыты. Ну и много, конечно, распродажи купальников на каждом шагу. Ну и то, что актуально сегодня из одежды, это шортики джинсовые. Футболочки яркие, маечки. Тут очки всевозможные. Ох, какие. Какие интересные модельки. А почем здесь очки? 100 гривен. Очень хорошая цена. А выбор? Супер. Кстати, бежевая 11-22 контейнер. Опять, конечно, купальнички. 50% скидка. Вообще по 100 гривен. По 100 гривен есть купальнички. Ну что, друзья, погуляли мы с вами. Показала вам все, что можно было. Что можно и что нельзя. Но, знаете, мне казалось, что будет сильно жарко, потому что на солнце у нас градуса 30 точно. Но благодаря тому, что на всех улицах вот такие сетки, очень даже свежо. Так что приходите, приходите на рынок 7-й километр. Рынок живет. Торгуют слабенько, но все торгуют, работают. Кафешки тоже все работают. Ну и пишите ваши комментарии. И до новых встреч. Пока.